Всех приветствую, продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира». Смотрим картины и описания к этим работам. Пас Бахадур и Рани Румпатти, Хайдарабад, Дикан, середина 18 века, бумага 24/20. В Центральной Индии в 16 столетии существовала романтическая легенда о Пас Бахадуре и Рани Румпатти, увековеченная в творчестве средневековыми художниками и поэтами. Их любовь стала одной из популярных тем миниатюристов многих живописных школ Индии – Мукхаклы, Дикана и Раджастхана. Пас Бахадур был султаном Манду, Дикан, и талантливым музыкантом. Однажды во время охоты в лесу он встретил красавицу Румпатти, распевающие песни. Преодолев сопротивление родных девушки, султан женился на ней. Они стали идиллической парой. Супруги ездили по ночам верхом, сочиняя и переделывая раги, один из жанров индийской музыки, и вместе пели о своей страстной любви. Однако их счастье продолжалось недолго. Могольские войска под командованием Адхама Кхана разгромили армию Пас Бахадура, и султан был убит. Румпатти попала в плен. Могольский полководец предложил ей выйти за него замуж, но верная покойному супругу девушка предпочла смерть и приняла яд. Ее похоронили в мавзолее Саранга-Пури, недалеко от Манду, где был погребен ее муж. Так пара соединилась навеки. На миниатюре изображены влюбленные, они скачут ночью верхом на двух жеребцах. Темный лес на заднем плане и река на переднем создают мистическую атмосферу. Румпатти внимательно смотрит на своего спутника, взгляд которого устремлен вперед. Вот такое описание к работе Пас Бахадур и Рани Румпатти, Хайдарабад, Дикан, середина 18 века. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.